давно ми їздили до інших міст, щоб відпочивати. Сьогодні ж ми не встигаємо відвідувати усі події у нашому місті. Тож, шановні глядачі, вітаємо вас з цим святом. І тільки програма «Баді Тайм» розповість вам про всі події у нашому місті. З вами Яна Олісенко на Полярис ТВ. В нашем городе много ночных клубов, караоке, баров и лаунж-кафе. Но нет ни одного заведения, которое бы компактно это все объединило. Диско-бар «Юсей» исправил эту ситуацию, подарив нам новый формат клубного отдыха. Караоке-ресторан «Париж Дакар» представил харьковчанам открытие уникального профессионального комплекса караоке «Диско-клуб «Юсей». Живые песни под живые танцы. Вода, я тоже пыталась этого сказать. Олені, олені, не вриті, не голені. Катюш, наверное, ты самая любимая моя женщина в клубной культуре, в клубной индустрии нашего города. Ты, как всегда, очаровательно выглядишь. Катенька, сегодня ведущая. Давай ты нам поведаешь немножечко о концепции сегодняшнего открытия, что ожидает гостей. Концепция. Концепция – это первый и единственный в своем роде караоке-клуб. Диско-клуб. Это дискотека плюс караоке. Лаунж, караоке-бар «Элис» – это просто караоке, где приезжают компаниями люди, друзья, и просто поют песни. Что же касается «Юсей», то это сцена для звезд. Исполняют только звезды, а звезды, между прочим, это непосредственно, как анонсировалось, звезд воспитал Париж Дакар. Это действительно так? Звезды – это совершенно обычные, живые люди. Насколько обычные они, конечно, наверное, я погорячилась местами, потому что это люди, действительно, многие из них занимают определенные должности, социальный статус, ну, достаточно серьезный. Это заведение, где серьезные люди будут классно, здорово дурачиться. Да здравствует «Юсей»! Поздравляем вас! Спасибо. Наконец-то состоялось открытие. Я думаю, для вас это торжественный день, тем более в преддверии Нового года и всех рождественских праздников. Давайте вы поделитесь впечатлениями, все ли удалось. Я понимаю, что было трудно. Все удалось. Не удался свет, он не работает. Ага. Да, не удался правый лазер, он не работает. Ну и еще буквально за гардеробом еще. Все остальное, все удалось. Я очень доволен. Что, это уже ваше второе заведение по счету, правильно? Да. Как удалось собрать действительно сливки общества? Это все ваши друзья? Да, конечно. Я половина друзья, половина очень хорошо знакомые, половина приятелей, половина я знаю детей, половина я знаю лично. Конечно, это мои очень хорошие ребята. Собрали, я думаю, вы должны сказать им спасибо за то, что они пришли. Я... Однозначно я говорю спасибо всем, да. Я сам бы пришел, если кто-то так меня пригласил. Ваша главная задача – делать из людей звезд, чтобы они выходили на сцену, правильно? Нет, нет, не звезд. Я не промоутер, не продюсер. Я сам люблю петь. Увидел сцену, понял, что она людям нужна. Ну, пусть поют и радуются. Я вы сам петь делал вчера. Нет, сегодня нет, мне некогда. А так обязательно буду, конечно буду. Почему нет? Королевой караоке, возможно, негласно объявлена уже Аста. Вот, она поет везде, поет классно, и это знают все и любят, вот, когда ты присутствуешь в караоке-барах. Асточка, ты сегодня, можно сказать, открываешь это заведение, ты сегодня здесь выступаешь. Как так произошло и что, собственно, сегодня будет от тебя? Я очень рада, что вы, как всегда, в курсе всех событий. Что вы самые первые обо всем узнаете. На самом деле, это заведение моего очень хорошего друга. И так как у нас Харьков очень маленькая такая деревушечка, все друг друга знают. И люди, которые крутятся в этой сфере ночной, в сфере караоке, в сфере клубов, являются друг друга друзьями.
И это заведение не исключение. Меня сюда пригласил мой очень хороший друг. Я к нему очень хорошо отношусь, он большая умничка. Он открывал ряд заведений, которые все мы прекрасно знаем. Мне очень здесь нравится, здесь очень уютно. Я с удовольствием сюда пришла сегодня со своими друзьями, не менее известными личностями, как вы заметили. Буду пить, будем радоваться, будем сегодня тусить, веселиться. Я думаю, что это место определенно будет иметь успех, потому что то гостеприимство, тот уют, который создает человек, который открывает Дима, да, этого очень мало сейчас в людях. И он своей энергетикой может собрать под одним куполом абсолютно разных людей, не похожих друг на друга, и вот воссоединить их в каком-то общем порыве, радости. И вообще, он очень-очень классный, хороший Димочка. Спасибо тебе большое. Харьков я обожаю безумно, вы это знаете, потому что все концерты, которые у нас были многие годы, по-моему, это самые-самые мои любимые концерты, потому что здесь были и мои учителя, вот по танцам Альберт всегда в зале сидел, мой аранжировщик Гена Пугачева, он из Харькова, наш очень быстро ушедший из жизни Рома Бабенко, вы знаете, автор, которого мы очень любили, ценили. Он тоже из Харькова был. Вот. Это все люди, которые, в принципе, знаете, как не работают со мной, а живут вместе со мной, моей жизнью. Поэтому я благодарна и всем поклонникам тоже. Ирина, вы недавно совсем участвовали в благотворительной акции. Хотелось бы, чтобы вы немного о ней рассказали. Ой, а что же рассказывать? Мне предложили, да, сфотографироваться с детками из детдома. И самое интересное, что моя бэк-вокалистка Таня, я показала ей деву, которая мне понравилась. Мы сейчас думаем, что, возможно, она ее хотела бы установить. Я думаю, что это будет такой реальный шаг после акции. Женщина, которая не может иметь детей, она очень давно мечтает, но вот благодаря этой акции, возможно, она найдет своего ребенка. Это очень здорово. Перед Новым годом все ждут чуда. Что вы ждете от Нового года? Чудо мужского рода. Вообще, чудо это среднего, да? Я бы хотела встретить... Знаете, я вот увидела в зале очень много сейчас вообще вокруг красивых мужчин, сильных мужчин. Но почему-то вот тот, который был смелый и мне позвонил, меня пригласил куда-то. Я, конечно, мечтаю, чтобы в этом году нашелся такой смелый мужчина, который бы пригласил меня в свою жизнь. Я не страдаю, нет. Нет-то не думай, я не страдаю. Ты же знаешь, я сильная, я не погибаю. Вообще мне хорошо одной живется. Просто я, как все девчонки, хочу иметь своего кавалера, вот и все. Ты не пропускаешь ни одно светское мероприятие. Обязательно твое милое, прекрасное лицо присутствует везде и всегда. Насколько тебе понравилась концепция этого бара? По-моему, это немножко оригинально. Даже удивительно, я бы сказала. Потому что на самом деле я даже удивилась, когда прочитала Таргет и увидела, как здесь все красиво сделано. Но так как это сделано моим очень хорошим другом, я понимала, сколько он оригинален. И что это может быть что-то интересное. Поэтому чем больше заведений в нашем городе, тем наш город становится красивее и ярче. Это просто здорово, что у нас есть такие люди, которые еще, не боясь ничего, открывают и делают что-то такое вот оригинальное и интересное. Но, возможно, это...
Мы именно те мужчины с рогами, которые вам нравятся. Ну вы животные же сегодня или нет? Да, сегодня мы фавны. Это древнегреческий персонаж. Как видите, очень эротичный и с рогами. Мужчины не только с рогами, но и с хвостиками. Это безумно сексуально. Я не страдаю, ты же знаешь, я